Всех вас приветствую, дорогие друзья, с вами Барон. Итак, пожалуй, начнем с того, что да, это опять новый проект, но давайте сделаем так. Сейчас, если этот ролик набирает именно 200 лайков, то есть если он набирает, я стримлю для вас Evolve RP примерно 4 часа. Evolve RP, Diamond RP, Amazing, вы напишите об этом в комментарии. Безусловно, вы можете зайти на этот сервак, здесь 164 человека играет, свободных мест 310, и поиграть вместе со мной. Довольно часто будем сюда заходить вот из-за этого дела. Это у нас получается дуэли, плюс здесь при начале дают вот такой довольно-таки крутой скин для пацана. То есть, как вы понимаете, этот скин стоит на сам ПРП на том же самом 4,5 миллиона, ну, около того. Так, значит, давайте сделаем так, соперник, да, принимаем. Безусловно, конечно, на райфле. Так, и, о, хпшек тут. Болты вообще, хпшек, ёпта. Так, надо, короче, сейчас его как-нибудь... Дуэль началась, ставка 10 тысяч. Хера себе, ёпта. То есть я сейчас в минус, что ли, уйду или что? Так. Мне он уже, видите, тебе помочь, Дима, говорил. Ну, это такое, мы уже тут. Сейчас нужно найти сначала этого поцика. Потому что я не знаю, где он. Но дуэль это как пинбол, можно так сказать. То есть мы спокойно берем ганы. И с этими ганами... Мы гандонимся, то есть у нас есть тут 30 хп. Мы с этими хпшками бегаем. Так сказать, стреляемся. И желательно, чтобы нас еще не убили, потому что минус 10к, я как-то не хочу сливать эти деньги. Давай посмотрим, где он у нас обитает, этот противник. Так. У меня еще в гостях тут человечек один. Да, Максон? Поэтому времени мало, конечно. Поэтому нужно его найти. Блин, где он, слушай? Вот. На ней нет его. Может, АФК где-то? Не знаю вообще прям. Он за... Он сныкался? О, блин. Твою мать! У него скин белый. Проиграно 10 тысяч. Да. Серьезно, сука, залагало. К сожалению, после первой смерти у меня крашнулся, ребят, GTA-шечка, но зато вы можете лицезреть сам спавн, то есть как он здесь немножко видоизменен, то есть здесь фонтанчики стоят, может посидеть, полежать. Но, опять же, не стоит отдаляться от дуэлей. Я пришел на данный момент именно за ними, потому что они мне очень понравились. То есть ты можешь действительно тут спокойно стреляться, уничтожать всех, и все будет отлично. Ну что ж, ждем, друзья мои. Итак, пацаны, еще одна дуэлечка. Ну и дамы, конечно, если меня девушки смотрят, то напишите в комментарии. Или сделайте репост из группы ВК. Так как я наблюдаю тут пока эти ребята... Ага, вот, все. Соперник один. Ну давай вот... Ага. Давай хоть с кем-нибудь, не знаю, здоровье. Выберите арену. Ну давай арену, ладно. Оазис, блядь. Давай оазис, оружие, дигл. Два дигла, здоровье. 160, ставка. 100 бачей. Начать дуэль. Давай, Дарья. Отказался от дуэли. Вот, блин, Даша, ё-моё. О, вот с этим давай. Так, стоп. Ё-моё. Хера себе, ставка 100 кусков. Чё-то до хера, конечно, ставятся такой, блин. Ага. А, вон, сука, вижу его. Ой-ой-ой, как больно-то, ё-моё. Откуда стрелять, не пойму. Где-то он херачит, у меня еще скиллов нету вдобавок, блин. Были бы скиллы, тогда бы другой разговор пошел. Ай-яй-яй. Что-то какой-то вообще... Блядь, в смысле? Вон он, сукин сын, свой сидит. Лазит там что-то. Угу. Да вообще пипец. Какого хера? Проиграно 100 тысяч, ё-моё.
Это просто, я не знаю, у меня еще и деньги не сбавляются вдобавок. Это что? На бесконечном дигле, значит, да? О, полное здоровье. Окей. У меня еще скиллов... Ой-ой-ой. Братишка, потише, слышь. Давай уже выходи. Тихо. Оп. Блин, он без скиллов вообще как-то херово. Ну видишь, без скиллов как? Он на месте стоять начинает, когда ты без скиллов бегаешь. Пушку сейчас мы попасть бы. Ну хрен с горы, ё-моё, он опять тысяч опять слив. Это постоянный слив, мне кажется, будет. Но надо скиллы качать, то есть потом в дальнейшем прокачать скиллы, и тогда все будет вообще идеально просто. Если скиллы качну, конечно. Если не качну скиллы, тогда, блин, будет, конечно, печалька. Я не знаю, получают ли они бабосы с этого дела. Чать дуэль, давай, малой. Заброшенная стоянка, оружие. Райфл М4. Установить количество здоровья. 160, давай, ставка. 100 тысяч, давай, 450 бачей. Начать дуэль. Блин, игрок уже... блин. Давай с кем-нибудь дуэльку. Притом, когда мне предлагают, то есть без БВ вообще могу. Так. Дуэль киньте. Любую. На любую сумму. Так, давай, на любую сумму, в принципе, можно мне дуэльку. Сейчас поиграем с ребятами. Я думаю, это будет последняя дуэль на сегодня, потому что сливаем мы эти дуэли. В дальнейшем, конечно, у меня появятся скиллы. И со скиллами уже зарешаем. Это просто как первый взгляд, знаете, первый взор на данный проект. Соответственно, на вот эти вот так называемые дуэльки. И там уже посмотрим, так, что у нас с этого выйдет. Давай. Во, хорошо, слушай, на 5000. С чем мы стреляемся? Дигл Райфл, ё-моё. Так, ладно. Постараемся хоть здесь не слиться. Хотя, блин, хер его знает. Потому что это все же... О. Ну, понятно, ладно. Ну, короче, ребят, суть в том, то, что нихера у нас тут пока не получается. Все нас сливают. Плюс эшить тоже без скиллов не получится. Поэтому пока ждем. В дальнейшем, конечно же, я сюда повторно зайду. Айпишник будет, ребят, в описании специально для вас. На этом все. Всем удачи и всем пока.